На улице минус 30, но для доброго дела погода значения не имеет. Укутавшись теплее, жители краевой столицы несут отслужившие свой срок новогодние деревья. Акция по сбору новогодних красавиц в Барнауле проходит 6-й год подряд. И с каждым годом людей, которые вносят свою лепту в экологию, становится все больше. Моя семья просто занимается вообще раздельным сбором уже, наверное, последние лет 5. И мне совесть не позволяет просто выбросить всех своих родных, близких и друзей тоже, ну, как-то к этому подталкиваю, оно непроизвольно происходит, вот поэтому... Уже почти 2 года она моя совесть, поэтому мне она тоже не позволяет. В этом году акция проходила сразу на 6 площадках. У торговых центров, на площадях Народная, Адмирала Кузнецова, у строительного супермаркета и в Зеленом сквере. На последней площадке за 2 часа волонтеры приняли десятки деревьев. Вот эти елочки поедут на мусорку, будут лежать там гнить, а так они принесут пользу, будут использованы вторично. Елки, пихты, хвойные ветки – все это в тот же день отвезли на деревообрабатывающий комбинат в Полоск. Елки, которые выносят и ставят около мусора, хранятся почти до марта, и это не очень красиво уже, поэтому мы решили. А в этом году, когда узнали, что елки пойдут еще и на переработку, чтобы дальше в строительные материалы уходить, старший сын сказал: «Дома строить хорошо, елку несем». Общественная организация «Мусора больше нет», помимо ежегодного сбора елок, каждую последнюю субботу месяца проводит акцию по сбору вторичных материалов. Любой желающий может сдать на переработку металл, пластик, стекло, тем самым продлив им жизнь. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.